Геронтологическое обследование в Центре социального обслуживания населения «Вера» проходит впервые. Дина Иосифовна узнала о приеме специалистов неделю назад. Пришла, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Отметила, что проходить обследование здесь, в центре, намного удобнее и, главное, нет длинных очередей. Мы как больные, с болячками, с огромными, поэтому мы ждали, не дождались. Что нам подскажут? Надеемся, что нам что-то подлечит, куда-то направит. Вот наша цель. Мне 83 года, но хочу еще пожить. Приезд специалистов «Видное» был в рамках губернаторской программы «Социальная защита населения Московской области». Прием вели 6 врачей Российского геронтологического научно-клинического центра. Терапевт, невролог, уролог, ортопед, хирург. Также можно было пройти ультразвуковое обследование. Ну, поликлиника, знаете, как там народ сколько, а здесь вроде как поменьше. И очень хорошо, что сюда приехали врачи. Не все могут пойти в поликлинику, а сюда, вот, которые ходят хотя бы, и то пройдут все. Участие в данной программе позволяет получить необходимую оценку физического здоровья, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни для разработки дальнейшего плана лечения, реабилитации и ухода. Этот геронтологический центр дает возможность нашим пожилым людям лечиться в их центре, проходить обследования и, как говорится, для их лучшего доступа врачей. Они же делают и операции, все это на безвозмездной основе. Пройти комплексную программу профилактического обследования специалистами Центра геронтологии могли женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. По итогам обследования пожилые видновчане смогут получить дальнейшую высококвалифицированную медицинскую помощь в Центре геронтологии на бесплатной основе. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».